Всем привет! Рено Логан первого поколения был и остается дешевым автомобилем практически с идеальной надежностью. Рено Логан второго поколения стал стильнее и поприятнее. А как же все это отразилось на его надежности за 8 лет? Появилось немало ответов на этот вопрос. Итак, встречайте Рено Логан второго поколения. Рено Логан второго поколения начал выпускаться в 2013 году. Его выпуск был налажен на автовазе, а не только в Румынии. Эта модель является глубоким рестайлингом первого поколения. Дизайнерам удалось сделать его внешность гораздо более приятным, а салон тоже по современнее и по приятнее. Но неудобная, не для всех удобная посадка за рулем никуда не делась. В ходе такого рестайлинга Рено Логан избавился от некоторых несущественных болячек, которые проявлялись под капотом. Например, перегородка в расширительном бачке не рассыпается на части. Датчик давления в системе ГУР течет гораздо реже. А если и течет, не капает на генератор. Проводка под капотом не беспокоит. И В целом, Logan 2 является трудно убиваемой рабочей лошадкой. Итак, давайте посмотрим на его немногочисленные болячки. Ржавеет ли Логан второго поколения? Однозначно нет, но есть вопросы к качеству покраски кузова. Особенно это касается машин, которые окрашены в белый цвет. Коррозия образуется на внутренней части капота, в его передней части, то есть на изнанке в технологических отверстиях. То есть там появляются вот эти рыжие участи. Некоторые дилеры Рено меняли капот целиком, а не перекрашивали его. Но это касается не всех дилеров Рено. Не все такие добросовестные. Еще коррозия появляется в местах прилегания передних стаканов крыльям и аркам. Также коррозия появляется на внутренней стороне крышки багажника вдоль ее нижнего края, а также на каркасе. Также нередко коррозия появляется на водостоке багажника, а именно вдоль слоя герметика, который прикрывает сварной шов. Еще коррозия возникает рядом с двумя винтами, которые крепят горловину бака к кузову. Иногда ржавчина появляется вдоль дверных петель. Также откалывается краска с порогов вдоль дверных проемов, а также появляется ржавчина на передних крыльях вдоль бамперов. Еще есть любопытная болячка. Дверные карты протирают краску до металла. И эту проблему дилеры тоже устраняли по гарантии, перекрашивали двери и наклеивали защитную пленку. Мы ни в коем случае не утверждаем, что Рено Логан второго поколения ржавеет до дыр. Этого не происходит. Но немногочисленные маленькие вот эти очаги коррозии, вернее, почему не многочисленные, многочисленные маленькие очаги коррозии портят сильно внешний вид автомобилей, особенно если автомобили белого цвета. Кстати, если заметите заломы на передних крыльях, это будут либо легкие загибы с лопнувшей краской на краях арок ближе к фарам или даже лопнувшая вдоль фар краска. То внимательнее паркуйтесь перед бордюрами при столкновении с бордюром, бампер давит на крылья и слегка их деформирует. Кстати, коррозия может появиться на салазках передних и задних сидений. Дело в том, что сюда с ног пассажиров попадает грязь и реагенты, и тогда краска вспучивается, эти места ржавеют, причем ржавеют не только салазки, но и пол. Поэтому следите за этими местами, убирайте, чистите их и по возможности надевайте защитные колпачки. При пробеге более 100 тысяч километров может появиться проблема с вот этим подрулевым переключателем. Дело в том, что он отвечает не только за поворотники, но и за включение всего света. В общем, проблема может быть такая. При включении поворотников может отключаться ближний свет, либо же противотуманки. В общем, этот рычажок легко снимается после снятия кожуха и... Чинится он тоже просто. Проблема может быть в обломанном проводке, либо же подгорели контакты на его бегунке. В общем, это все просто ремонтируется паяльник. А теперь поговорим о двигателях Рено Логан и ограничимся атмосферными моторами. Да, есть Рено Логан второго поколения с двигателем 1.2, есть с несколькими турбированными двигателями 0.9 и 1 литр. Также есть еще одна и пятилитровый дизель, но Логаны российской сборки оснащались только атмосферными моторами объемом 1.6. Итак, Рено Логан второго поколения дебютировал с парой моторов собственного производства. Это к 7 м как в нашем случае, и к 4 м Моторы разные, но одинаково надежные. У обоих привод ГРМ с ремнем. Ремень надо менять каждые 60 тысяч километров. У одного 8 клапанов, как в нашем случае, у второго 16. У 8-клапанного гидрокомпенсатора в приводе клапанов нет. И зазоры надо проверять каждые 100 тысяч километров по регламенту. Но на практике при пробеге в 300 тысяч километров зазоры остаются совершенно нормальными, но если двигатель эксплуатируется на газу, то тогда зазоры надо проверять каждые 100 тысяч километров или чаще. И по возможности регулировать их, а регулируются они просто подкручиванием винтов отверткой. У восьмиклапанного мотора общая катушка зажигания и высоковольтные провода. Катушка прикручена к клапанной крышке. Она расположена высоко и поэтому не перегревается и не трескается, как это было на первых Логанах. У восьмиклапанного мотора клапанная крышка установлена на резиновую прокладку, которая меняется просто и легко. У 16 клапанного мотора клапанная крышка является верхней частью постели распредвалов, поэтому прикручена большим Количеством болтов. Масло иногда появляется из-под болтов, эту течь убирает герметиком или фиксатором резьбы. Если масло появилось по периметру клапанной крышки, то придется ее поднимать и наклеивать на новый герметик. Оба этих мотора совершенно не капризные и легко ходят по. 500 тысяч километров. В 2016 году на Логан второго поколения начали устанавливать новый двигатель H4M. Этот двигатель выпускался с 2004 года. В общем, не такой уж он и новый, но сделан по-другому. У него легкосплавный блок цилиндров, а не чугунный. В приводе ГРМ бесшумная цепь гидрокомпенсаторов у него нет. Цилиндропоршневая группа облегченная и один фазовращатель есть. В общем, этот двигатель технологичнее, чем старые французские моторы. И немало таких моторов подъедает масло. Замена цепи ГРМ обходится дороже, чем замена ремня ГРМ. Чтобы поменять свечи на этом моторе, надо снимать впускной коллектор, а затем затягивать после замены свечи с правильным усилием. В общем, этот мотор тоже надежный, как и старые французские моторы, но уж точно нуждается в правильном обслуживании. Мы на канале разобрали такой мотор и все рассказали о всех нюансах. Так что, если интересует этот мотор, обязательно посмотрите. французскими моторами К7М и К4М помимо механики устанавливалась еще старая четырехступенчатая трансмиссия ДП-2. Мы не раз о ней рассказывали, ее не раз улучшали, но несколько проблем в ней все-таки осталось. Электромагнитные модулирующие клапаны ходят всего лишь ну, примерно 100 тысяч километров. Если они перестают нормально работать, происходит сильный удар, включается аварийный режим и можно ехать только на третьей передаче. Таких клапанов два. Каждый стоит по 70 долларов, но есть несколько заменителей. Меняются они просто. Трансмиссию снимать не надо. Просто откручиваете поддон, снимаете гидроблок, где они установлены, достаете старые, вставляете новые прокладки и вставляете новые клапаны. Если частично менять масло каждые 50 тысяч километров, то ресурс клапанов увеличится, гидроблоку станет легче и капремонт может понадобиться при пробеге в 300 тысяч километров и более. Одна литровый шестилитровый атмосферник просто не способен загрузить эту трансмиссию, чтобы заранее износился гидротрансформатор и фрикционы. Также еще хотелось бы отметить, что Логан еще встречается с роботизированной КПП, но такая связка возможна только с 82-сильным мотором. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в Автостронге помимо новых запчастей, отличных БУ-запчастей, есть еще подразделение Мотостронг. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами в отличном состоянии и продаем их с полным пакетом документов. Если нужен хороший мотоцикл, обязательно обращайтесь в Мотостронг. Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Со временем у Логана может возникнуть дребезжание капота. А все потому, что вот эти два резиновых упора на телевизоре просто стаптываются. Можно установить сюда удлиненные упоры, а также нарезать кольца из трубок подходящего диаметра, чтобы капот плотно закрывался. На многих логанах постукивает бачок для стеклоомывающей жидкости. Он находится вот здесь справа под жабо. Ничем страшным это не грозит, но стук сопровождается ударами этого бачка об окрашенный металл. Там тоже может появиться коррозия. Многие владельцы добираются до этого бачка и крепят его надежнее, чем на заводе. А некоторые обворачивают этот бачок материи, чтобы э, избавиться от стуков и грохота. кстати, под бачком находится отверстие для слива воды, которая стекает с лобового стекла. Надо проверить, не забито ли это отверстие листвой, грязью, ну и так далее. Если забито, то следует прочистить. Расширительный бачок системы охлаждения иногда лопается при пробегах более 200 тысяч километров. И его надо заменить. Новый обойдется оригинальный в 100 долларов, что немало. Также можно поискать бэушный на разборке. Обязательно позвоните в АвтоСтронг. Но есть еще и десяток предложений по неоригиналу. Но эти бачки неоригинальные могут лопнуть уже в первый месяц эксплуатации. У Логан второго поколения организация подкапотного пространства лучше, чем у предшественника. Например, жгут блока управления расположен удачнее и не перетирается. Термостат избавили от трубки отводов газов, поэтому течь антифриза встречаются гораздо реже. Датчик давления в системе гидроусилителя расположили в другом месте, в трубке высокого давления прямо на свечой зажигания четвертого цилиндра и течь по нему возникает совсем нечасто У логана второго поколения основной вентилятор управляется не реле а отдельным блоком который установлен прямо на нем но к счастью проблем со скоростями вентилятора у этого автомобиля практически нет ну то есть эта проблема случается редко но в случае если что-то случилось то придется менять этот блок целиком но цена, к счастью, не кусается. 90 долларов за оригинал. Подвеска Renault Logan дешевая и простая, что первого поколения, что второго поколения. Так вот, это приводит к тому, что водители просто не снижают скорость при проезде дорожных неровностей. От этого страдают шаровые опоры и ступичные подшипники. Шаровые опоры отдельно от рычага по оригиналу не продаются. Оригинальный рычаг стоит 100 долларов, а вот неоригинальная шаровая опора, которая перепрессовывается, стоит 20 долларов. Ступичные подшипники от 20 до 80 долларов. 80 это, естественно, за оригинал. Стоек стабилизатора, считайте, нет. Торсион прикручен к рычагам, болтами с демпферами. Вся эта конструкция служит очень долго. Стоимость всего лишь 20 долларов. Рулевая рейка гидравлическая. Служит долго, никаких проблем с ней нет. Даже на моторе H4M рейка гидравлическая, но насос ГУРа приводится отдельным электромотором. В задней подвеске со скручиваемой балкой всего лишь два здоровых сайлентблока. Стоимость каждого по 30 долларов. Выхаживают 300 тысяч километров. В общем, Renault Logan это тот же Passat B3, почти Passat B3, но с подушками безопасности, с системой стабилизации, а также даже с климат-контролем. Да, универсалы и дизели можно найти в Европе, но большинству владельцев таких автомобилей нужен именно простой бензиновый атмосферник. И это их устраивает. Если вам надо на чем-то ездить и не тратить денег много, то это Renault Logan первого и второго поколения. В общем, если вы хотите, чтобы мы делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Напишите комментарии. Помните, что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания автостронг